посвященный Дню Победы в Витебске в самом разгаре. А Площадь Победы – главное место, куда в Витебске сегодня люди идут целыми семьями. Это знаковое место для каждого горожанина, а мемориальный комплекс, расположенный здесь, давно стал визитной карточкой города. Началось все с праздничного шествия по центральной улице. Колонна растянулась на несколько сотен метров. Люди с фотографиями своих родных, участников Великой Отечественной войны. За каждым портретом история человека, семьи, страны. Конечная точка маршрута – Площадь Победы, на которой расположен мемориальный комплекс в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков. Вечный огонь у подножия монумента сегодня утопал в цветах. Это прекрасное строение, это небо голубое, понимаешь? Все, радуйся только жизни, понимаешь? Лишь бы прожить дольше, понимаешь? Чтобы подросли правнуки. Аллея воинской славы сегодня в программе многих отдыхающих. Особенно это место любят дети. Танки, пушки, гаубицы, все бывшее вооружение можно трогать руками. Это музей под открытым небом. Сегодня здесь можно было увидеть и военное обмундирование солдат Красной Армии. А еще сегодня, как никогда, много живой музыки. Духовые оркестры будут играть песни военных лет. Площадь Победы хоть и центральное место проведения праздника, но не единственное. Концерты сегодня в Витебске будут греметь сразу на четырех площадках. Олег Шапель, Олег Гринов. Наши новости.